Зарабатывать с помощью Telegram-бота, имея всего 30 рублей. Всем привет, сегодня на обзоре Chainshot. Chainshot – это проект, реализованный на Telegram-боте. Если кратко, партнерская программа имеет 4 тарифа. Каждый тариф имеет 5 уровней в глубину. Представляет себя тринар. Покупка уровней происходит автоматически. И переход в следующий тариф, здесь они называются программами, также происходит в автоматическом режиме. Попасть в Telegram-бота можно либо по прямой ссылке, либо через такую страничку. Здесь сразу же реализован переводчик на разные языки. И краткое описание. Переходим в бота, нажимаем старт. Появляются кнопки управления. На главной мы можем взять свою реферальную ссылку на лендинг или сразу на бота. Также можно взять англоязычный вариант. На вкладочке «Партнеры» будут отображаться ваши партнеры, с которыми вы сможете связаться в Telegram. Карьера. Здесь находятся 4 тарифа. В боте они называются программы. Допустим, нажимаю «Стажер», отображается, сколько уровней у вас куплено, и посмотреть структуру. Далее переходим на кнопку «Статистика». Здесь отображается статистика проекта, а также крайний партнер, который получил выплату. Кнопка «Финансы». Через нее пополняем баланс, а также выводим средства из проекта. Транзакции. Здесь будет история ваших транзакций. Переходим к кнопке «Информация», в которой находится большинство ответов на возникающие вопросы. Здесь можно добавиться в чат, телеграм-канал, а если возникли проблемы, обратиться в службу поддержки. Описание маркетинга. Ответы на частые вопросы и таблицы. В таблицах расписаны конкретные цифры данного тарифного плана. Итак, если возникают какие-то вопросы, вы можете обратиться, во-первых, на вкладку «Информация», здесь конкретно все почитать, задать вопросы в чате, либо же написать своему спонсору, то есть человеку, по чьей реферальной ссылке вы попали в проект. Если проект заинтересовал, переходите по ссылке в бота, почитайте информацию, задавайте возникающие вопросы. Надеюсь, обзор вам был полезен. Спасибо за просмотр.